Установка и сохранение предустановленных нулевых позиций. В данном случае центр тисков. Зажимаем плоскую заготовку, в центре которого сделано перекрестие. Нажимаем клавишу Pointer. Лазерный целеуказатель должен переместиться в центр тисков. Если этого не произошло, клавишами X+, X-, Y+, Y-, передвигаем в центр тисков. Центр перекрестия. Для сохранения настроек удерживаем клавишу Start более 5 секунд. Установка нулевой позиции для центра тисков завершена.